спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, днем 9-11, тепла, ночью плюс 6, плюс 8. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 9, ночью 8 выше 0, восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, температура воздуха днем плюс 9, ночью 8 с плюсом, ветер восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 9 градусов, ночью 8 с плюсом, ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.